Около сотни участников, два часа дефиле и беспристрастное жюри. В торговом центре «Планета» состоялся кастинг моделей для программы «Топ-подиум», которая выходит на кабельном канале «Афонтова в красном». Это единственное шоу в городе, где демонстрируются самые последние модные тенденции. И перед претендентами стояла одна главная задача – показать себя во всей красе. Многие с ней справились. Люди, которые пришли сегодня сюда, они все уверены, им нужно отдать должное. Особенно порадовали парни. Парни-красавчики. Такие самоуверенные, красивые, стильные. Все-таки есть мужчины в нашем городе, которые следят за собой и хотят как-то вот выделяться. В жюри красноярские бизнесмены, продюсеры и руководители модных журналов. Многие из них признали, что выбирать очень сложно. Самым главным критерием была даже не фигура модели, а умение правильно себя преподнести. Тем, наверное, интересно, что человек, вы в нем видите какую-то изюминку, вы в нем видите что-то интересное, такое необычное. И вот это вот должно цеплять, вот это харизма, вот это изюминка, вот это необычность его. Почти все претенденты тщательно готовились к этому кастингу, даже брали несколько уроков дефиле. Но нашлись и те, кто просто проходил мимо и тоже решил попытать счастья. Я об этом кастинге узнала 15 минут назад, пришла чисто случайно, увидела свою подругу, решила попробовать сама. Если честно, не знаю, никогда не пробовала себя в этом. Надеюсь, что всем понравилось. Во второй тур прошли 40 претендентов. Теперь их всех ждет работа со стилистами и тренерами. Будущим моделям предстоит многому научиться, чтобы стать лицом программы «Топ-подиум». Наталья Истомина, Наталья Крицкая, Олег Голубин. Афонтова новости.